9 лет уже. Ну, больше нравится красным играть, а мне любимая шерифская, потому что обычно никто не верит, сносит, и очень низкий винрейт за эту карту. Каких-то ожиданий нет, я тут каждый год просто поиграть в удовольствие, там как получится. Я считаю, что выиграть может любой абсолютно, то есть тут нет, ну есть игроки, которые играют сильнее, кто-то хуже, но все равно, несмотря на это, шансы есть у всех. Пожелаю, чтобы были качественные игры, чтобы было интересно зрителям и нам. Доброе утро, город. Скажу откровенно, я планировал эту речь сказать изначально, когда это еще ранний номер. Вот, мне ее комфортно говорить однозначно красным игроком. Значит, дамы и джентльмены, я желаю вам, чтобы вы получили удовольствие от моей стрейта, потому что, ну, мне кажется, лично судя по себе, да, он не самый приятный турнир из всех, которые я играю. У меня есть желание, и это все в наших силах, поменять, изменить это. Это раз. Во-вторых, я пришел с другим, уже на, ну, скажем, другой целью. С целью оказывать поддержку. Даже, ну, то есть, я готов быть обманутым, да, там, но изначально моя цель — найти красную команду и найти черных. Вместе с красной командой проголосовать этих черных. Я буду поддерживать людей, которым сложно. Лично мне кажется, это важно. То есть не буду сам себе закрытый, буду оказывать поддержку другим игрокам. Рассчитываю получить ее взамен, вот, чтобы было все адекватно. Естественно, все по-игровому, спортивно, что для меня очень важно и очень ценно. Желаю удачи, чтобы у всех получилось показать свою хорошую игру. Удачи. Время, спасибо вам. Слава игроку номер 2. Доброе утро, Гора. Желаю всем хорошей, приятной игры. Выставляю на голосование игрока номер 1. Мне кажется, после первой игры, вне зависимости от вашего цвета, вам будет немножко тяжело игры минимум 2-3, потому что вы всех обманули, к вам будет более предвзятое, как бы, отношение. Плюс, то есть, просто если вы красный, готовьтесь, что, мне кажется, первые 2-3 игры сейчас вам будет тяжковато. Речь вообще, вне зависимости от цвета, просто хорошая речь, структурированная, посыл и так дальше. Но вы, как бы, уже частый, как бы, председатель этого стола, поэтому просто хорошая речь, но она цвет не дает. Вот. Нужно обязательно показать, что я игрок красный, у меня полет нормальный, все так же продолжается. Мне как-то неудобно, потому что я даже вот не нервничаю, так как нервничаете вы, мне от этого немножко неловко. Поэтому, и плюс я как-то мало поучаствовала в поражении прошлого города, вот как-то так вышло. Я ни в коем случае не хочу, чтобы дальше 1.58, да, я сказала, но это было так, это так. Подкинула ложечку, но не так сильно, как все, что продолжалось. Мне хочется, у меня хорошее настроение, чтобы оно передалось вам и перешло со мной в следующую игру. Для этого нужно, чтобы выиграл город, победа красная. Один послушаем, решим потом. Все, спасибо. Спасибо вам. Игрок номер 3, мне кажется, наоборот, что если, допустим, первый сыграет черному, то дальше красным будет проще играть, как мне кажется. Поэтому, ну, точнее, потому что первый поговорил довольно открыто, то есть я считаю больше красным игроком. Мне показалось, что восьмой больше красный, там по некоторым своим моментам. Что касается игрока номер 2, не знаю, я пока сыграю с игроками 1-2, но отмечу то, что лично для меня первый покраснее, именно того, как он открыто разговаривал. Поэтому пока 1-2-8. Я в прошлой игре хотел передать привет, а не успел передать вам привет тем, кто снял видео, поддержку меня, это господин Белисимов, господину Цицу, и меня еще попросили передать привет Кыргызстану, потому что он находится Цицу, клубу «Спящий город» называется. Еще я подумал о том, что, несмотря на то, что выиграли черные в прошлой игре, мне кажется, что равно будет больше красных побед, судя по настроению стола, ну, то есть, как мне показалось, поэтому думаю, что все шансы у красных извели. Спасибо. Спасибо.
спасибо вам, слово игрок номер 4. Ну, вам благодарю, вот такой поток мыслей, вы столько всего подумали, прям обалдеть можно, я вам завидовалась. Смотрите, игрок под номером 1, выражаю вам благодарность за поддержку в предыдущей игре, вы поддержали очень хорошо меня, вы говорите, будете поддерживать тем, кому тяжело, мне тяжелее всех, потому что я первый раз, вы со мной сыграли, облизали, я в ответ вас тоже, потом вы, правда, меня сняли? Хотелось бы, чтобы наоборот я вас, но произошло наоборот. Но за поддержку в любом случае спасибо. Пусть она была и черной. Я считаю первым игроком не черным. Я сыграю с игроком под номером 1. Мне странно, то есть, типа, если что-то тебе... Мне кажется, просто на игроке под номером 2 такую речь можно оценить больше как красную. И мне странно, что этого вы игрок под номером 2 не сделали. Поэтому у меня были сомнения на этот счет. И то, что ты берешь, и как... ну, я, типа, не побоялась бы. Я бы сыграла только с первой. Ну, потому что вы не взяли игрока под номером 1. Я бы на втором номере. Я не боюсь еще раз вас ошибиться. Мне не страшно, ну, типа, ошибаться. Мы люди, это норма. Мне нравится речь первого. Я считаю первого красным. Я играю 1-4. Тебя я снял почему. Спасибо вам. Игрок номер 5, господин Дук, ваша минута. Доброго того года. Желаю всем хорошей, легкой, красной победы. Я раз, смотрите, мне кажется, у меня мало черных. Вот, мне кажется, максимум один. Так, смотрите, у первого была реально очень крутая речь, я реально слушал, мне реально очень понравилось, независимо от цвета, мне казалось, очень крутая речь, поэтому я точно стараюсь с игроком номер один, я такие речи, ну, когда люди там изливают душу, либо говорят какую-то такую речь, я всегда играю с этими людьми, независимо от их роли. Мне первый показался красным, поэтому я еще плюс потому, что он показался красным, я всем играю. Мне казалось, вторая красная. Вот, потом я не подозревал 3, когда он сорвал 1, я понял его тоже, плюс этот закидывал на 8, я казалось, что скорее по-красному. И я не подумал, что черная 4 очень сильно, потому что мне кажется, что будучи черным игроком, короче, она какие-то слова такие подбирала, типа вот я не боюсь, я стараюсь 1 без 2, 3, я не боюсь, короче, ну короче, какие-то слова были, мне кажется, черные игроки просто, она могла просто сказать, играю 1 между 2, 3 какой-то мафа, она именно пыталась как бы переубедить всех, типа что она не боится, она красная, и она не боится сыграть против красного, мне так кажется. Поэтому, мне кажется, у меня мало черных. Если выбирать цены, то 1-2 краснее, чем 3-4. Это мое мнение. Время, спасибо вам. Слово игрок номер 6, господин Махон. Столя 5. Мы обязательно тут сколько? 5 заинтересованных игроков в вашей речи. Однозначно. Первый поговорил приятно. Это не была блестящая речь, которая была приятна. Мне просто приятно было слушать. Вот. Вас я не понял, вы как выпаливали, поняли свою речь? Выпаливали. Можно спокойно сказать, пообщаться. Вот. Многие родные люди здесь для вас, правильно? Поговорите с ними. Вот. Вы еще выделили два акцентированных. Смотрите, два эмоциональные, и даже она не совсем комфортно себя чувствует. Она сказала, что она расслаблена. Я расслабления не почувствовал. Речь третьего игрока мне была понятна. Вот. Четвертое, мне вначале хотелось подумать, что она красная, а потом нет. Поэтому я играю 1-3, где-то там 4. Где-то так, спокойствие, вы не так все делали. 1-3, где-то там 4. С пятым я, естественно, не играю, что это такое. Вот. Ну, если там плохо поговорит, мы, естественно, обнимемся, как бы снова и придем. Но пока вы для меня игрок не красный, красный 1, красный 3, я красный, это вполне естественно. 4, я послушал бы, знаете, игроков бы 4-5. Время, спасибо вам, слово игроку номер 7, господин Франклин. Считаю 2 красные, играю в команде 1-2-5, подозреваю игрока номер 4, подозреваю игрока, ну, между 5-6 и черный бордер подозрительный игрок номер 6. Я не понял аргументы, почему игрок номер 4 сыграла против игрока номер 3, без него. 3 сказал, что для меня 1 намного краснее, нежели игрок номер 2, но 2 сказал тоже неплохую речь, поэтому я играю в команде 1-2-8, но он запросил, что 8 красных. 4, мне кажется, поговорил точно так же, как я поговорил по флешу в предыдущей игре, по своему черному, что типа он играет там с кем-то, я предъявляю ему, что он там с кем-то играет, и поэтому не играю с ним. Я также услышал речь игрока номер 4, поэтому из-за речи игрока номер 4 заподозрял игрока номер 3. Вот, 6 сказал, что для меня красный 1, красный 3, подозревает игрока номер 2, поэтому для меня подозрительный 6. Все, я играю в команде 1-2-5. Вот, я допускаю, что пятый ошибается, сказал, что может быть вместе черные 3-4. Я допускаю, что и я ошибаюсь в игроке номер 5, может такое быть. Но пока для меня 5 краснее, нежели игрок номер 6, ну, намного. Все, команда 1-2-5. Я не выставляю просто так, чтобы просто выставить. Это вы любите так, я просто так не выставляю. Все, первый скажет, с кем захочет делиться. Может, пятый с вами захочет поделиться. Время, спасибо вам, слово игроку номер 8. Смотрите, черные 7. Вот, когда с Белимом два цвета не сошлось, то он черный. Ну, смотрите, большая ошибка сыграть против 6. Он на следующий круг вот так откроет, что мало никому не покажется. Я практически уверен, что красный 6. Команда его мне понравилась 1-3-6, поэтому я бы сыграл 1-3-6. Смотрите, до вас прям супер. Смотрите, тихо-тихо, моя речь. Чего вы так взорвались сразу? До него никто особо не хотел окраснить прям 2. Он начал с того, что красная 2, но потом команда была 1-2-5. Смотрите, если мне, например, кажется, что до вас какая-то позиция неправильная, и вы хотите занять непопулярную позицию, то вам прям аж нужно объяснить это по 2. 6 хороший аргумент привел. Он сказал, что 2 расслаблена, 2 сидит вот так, она наоборот напряжена. Вот поэтому я подозреваю 7.
Мне не кажется, что в данный момент красная 2, потому что вы так реагируете, что 2-7 черная. Я еще не сказал, что 2-7 черная. Именно черный 7. Я играю 1-3-6. Мне в какой-то момент не показался черный 5, потому что вот эти все моменты спасибо вам слово, игрок номер 9. Смотрите, когда я говорю игрок номер 1, мне понравилось, что он сказал относительно того, что он такой речь хочет сказать только игроком красным, но тот момент не показал, что это было искренне, потому что если он игрок черный в дальнейшем, то что он будет говорить, если он скажет такую речь, потом игроком красным могут не поверить, потом на второй игре, мне кажется, делать невыгодно, плюс игрока номер 1 накрасили практически весь стол, потом играю с игроком номер 1 на данный момент, игрока номер 2 назвали красным, игрока номер 3, 5 и 7, а игрок номер 4 заподозревал игрока номер 2. Потом позиционный игрок номер 2 на данный момент красный, и нужна проверка игрока номер 4, потому что игроки номер 7 и 8 имеют разную позицию по игроку номер 4, плюс игрок номер 7 краснеет игрока номер 5, игрок номер 8 краснеет игрока номер 6. Слушайте, пожалуйста. Нужна проверка 4, потому что игроки сыграют с игроком номер 2, 4 проверка с игроком красным, можно думать на том, на тот момент, что, например, 7 более подозрительно, чем игрок номер 8. Между 7 и 8, мне кажется, есть черный игрок, потому что игроков номер 5-6 противоположная позиция, игрок номер 7 краснеет игрока номер 5, игрок номер 8 краснеет игрока номер 6. На данный момент не претензии к игрокам номер 5 и 6, потому что есть крыша между игроками номер 7 и 8 каждому из них, потому 5-6 на данный момент не два черных игрока. Игроки номер 1 и 2 моя позиция за проверку игрока номер 4, потому что цвет игрока номер 4, мне кажется, будет ключевой в том, чтобы разобраться с игроками 5, 6, 7, 8. И на данный момент больше с игроком номер 7. Мне моя позиция с игроки номер 1 и 2. Вот, 5 и 6 не вместе черных. Спасибо. Спасибо вам, слово игроком номер 10. С кем хоть поговорить? Если особо желания нет, я могу кому-то выставить. Оставляю 7. Смотрите, я думаю, что красный 1, 3, 6, 8. Не сильно черный 5, но я вам объясню следующую речь. Смотрите, вы сказали, что 4 красная, за то, что она сказала, что она не боится чего-то. Она сказала, что она не боится ошибиться в цвете игрока номер 1, а не по поводу 2, 3. Смотрите, у меня вопрос, то ли я прослушал, то ли 9 соврал. Первый сказал, что он хочет красным эту речь сказать. Он сказал, я хотел на равных номерах. Он правильно же услышал? Первый сказал, я красным не слышал, поэтому мне сказал, что это 9 придумал. И поэтому озвучил. Вот, смотрите, я прям уверенно считаю 6-го красным за игру против 2-4. Я подозреваю очень сильно 2. Я бы на месте шериф проверил 2, потому что 2-го стреляли только что. Навряд ли я убью. Из 2 черные у меня прям уверенно красный. Я прям вообще перестану подозревать 6. Секунд. Даже на чуть-чуть. И буду... Я с третьим играю, но я представляю, что я это не говорил. Потому что я вас называю красным, против меня все время играете. 1, 3, 6, 8, не против 5. Время. Давай, господа, мы переходим в суд. Никто ничего не показывает, мы в суде. 1, 5, 7, порядок голосования. Повторяю. 1, 5, 7, порядок голосования. Кто то, чтобы стол покинул игрок номер 1? Спасибо, 5 рук. Кто то, чтобы стол покинул игрок номер 5? Спасибо, нет рук. Кто то, чтобы стол покинул игрок номер 7? Спасибо, 5 рук. Игроки номер 1, 7, по 5, по 30 секунд на перестрелке. Игрок номер 1 говорит первым, господин. Смотрите, мне кажется, 7, 8, 9, 10 находятся двойка черных игроков. Между 7, 8 кто-то, между 9, 10 кто-то. Пока на данный момент непонятно. Они наделяют краснотой игрока номер 3. Мне кажется лично, что красная 2, не подозреваю 5. И оттуда 8 и 10 называют игрока номер 6 красным. И 9, по-моему, тоже сказал, что 6 игрок не черный. Ну там, короче, типа не вместе черный. Я играю с игроками 2... 5, 6. 5 секунд. Если я бы... кто черный? Кого нужно проверить? Первого. Смотрите, это лишено. Мне кажется, черный может быть... Спасибо вам. Слово игроку номер 7. Почему проверить лоб? 2, 6, красный. Угу. И что это? Что они сочетают цвета друг друга? Угу. Вторая игра. В прошлой игре вы увидели, чтобы 10-го номера сказала 7. Точно красный, не голосовать 7. Что... Плохо. Я подозреваю игроков 3-4, между 8-9. Кого-то, смотрите, игрок номер 9. Вы до этого играли позиционно. 4-5-6-7. Все сказали, что 3 красные. Почему? Мне кажется, красный 1-2. Я 5. Не против, да, 10 проверится, а не 7 игрок номер. Вообще непонятно, да, скорее всего, что здесь. Дамы и господа, мы переходим в суд. В суде у нас две кандидатуры. 1-7 порядок голосования. 1-7. То, чтобы стол покинул игрок номер 1. Спасибо. 5 рук. 5 рук отходит игроку номер 7. Будем рассматривать ситуацию, чтобы обоих игроков подвел игрок номер 5. Игрок номер 5 мы еще в суде. То, чтобы поднять обоих игроков, прошу голосовать. Спасибо, один голос. В городе ночь этого недостаточно. Город спит. Утро недоброе, стреляли, попали, фол.
Игрок номер 8 с правого лучшего хода был убит. Так, смотрите, мне кажется, красные 3, 6, 9, 10 это скорее игроки красные. Вот, я меньше подозрю 5 из оставшихся. Смотрите, первый может быть косить под этого, который играет против 10. Ну, такое выражение лица, мол, попросил на приемку 10, потом его убил. Паре 10-1, мне кажется, что 10 прям именно черный. 1, 2, 4, 7, я думаю, там тройка сидит. Вот. Ну, либо я вообще все прям неправильно сыграл. Лучший ход, лучший ход, лучший ход, лучший ход, сейчас я буду принимать. Лучший ход, 2, 4, 7. Принято. Смотрите, черная 2. Черная 2. Либо один будет выше, что вы проверили? Я прям тройку красный, да, ставил? Нет, я не верю в это. Смотрите, ну вы не шериф, вы просили сюда проверить, это 10, вы проверенный красный. Это уже другая песня. Да, да, мне вот кажется... Время, поаплодируем игроку. Покидайте игровую стол, покидайте игровую локацию. Игрок номер 2, госпожа Космос. Первая игра, главное, что нет жесткое завещание. Вы стали на сравнение игрока номер 3. Для меня 3 самые подозрительные из того, что происходило. Я не считаю красным 6 вообще ни разу. Ребята, все, кто краснели, игрока номер 6. Он знает, почему я так сижу. Он знает, что я не напрягаюсь. Он все обманул на своей речи по поводу меня. Поэтому 6 в этой игре не окраснят. И у меня красный 5, мне 7 скрылся на 0. Поэтому у меня было странно. Позиция игрока номер 8. Мне кажется, что я говорю очень по-красному. Возможно, я со стороны не знаю, как я выгляжу. Но мне кажется, я говорю по-красному. Мне было непонятно, что 8 не нашел меня, сыграл против 8 молоко, поэтому я так сэмоционировал на речи 8. Прямо 4 хорошие, мне все устраивает, вы проверенное красное. Он не скрылся, мне сразу показал фол. Фол поставили ему, игроку номер 7. То есть не было озвучено кому, но поставили игроку номер 7, потому что он мне показал, что 4 проверенное красное. Я играю с игроками 1, 2, 4, 5, 7 против 6, против 3. Между 9 и 10. 10, наверное, 10. 7 привел очень хороший аргумент по 9, почему он выбросил с 3. С 3 сыграли все, 9 всегда играет позиционно, и в прошлой игре он также играл позиционно. Здесь он выбросил игрока номер 3 и не объяснил. Время, спасибо вам. Слово игрока номер 3. Смотрите, меня записали сами в команду игрока номер 10, я буду играть в версию того шерифа, у которого 10-й проверенный красный. Потому что сказали, что жестко 3-й черный, правильно, оставляю игрока номер 2. Есть даже вариант, что подъем 2-3-6, потому что для меня вторая точно черная, соответственно, 10 больше шериф в этой игре, ну, либо там проверенный красный. Я видел, что вы скрывались игроком номер 8, я подумал, что может быть вы шерифом, когда вы подвинулись с ним. Хотел уже играть в вашей команде, но после речи игрока номер 2 я буду играть в версию именно игрока номер 10. Мне сложно, я красный, я пока не очень разбираюсь. В прошлой игре не особо разобрался сейчас. Она сказала, что я жестко черный, поэтому у меня будет жестко на этот круг именно второй черный. Оставляю игрока номер 2. Принято. Мне показалось, что это было неадекватно сказать 2-6, оба красные. Поэтому я просил игрока номер 1 на проверку. То есть я думал, что 2-6 цвет друг друга понимает. Он сказал 2-6, оба красные. Поэтому я просил игрока номер 1 проверить. Спасибо. Спасибо вам. Слово игроку номер 4. Смотрите, у меня папа военный. Я с дедовщиной нормально могу справляться, вы поверьте. Ну, типа, я могу. У вас у всех среди 2-3 один черный. Я сыграла с первым. Третий у тебя красный, у тебя вторая черная. Ты сказал проверить 2, я думаю 2-4 вместе. Я третьего не взяла за то, что он взял 2. Это что за речь? Со мной вообще никто не играет. Значит, а почему у тебя нет в атаке 5? Пятый сказал 1-2 в 35 тысяч раз краснее, чем 3-4. Нет вопросов к человеку. Ну ни одного? Ну как так, блин? Ну как вы это делаете? Ну как? Да по какому лицу у него? Он не видит лица. Так, у него разрез маленький, я не знаю. Ну типа он по лицу не чухается. Короче, жесть какая-то. Ну как вот я должна сыграть с десятым в команде 3, 6, 8, 10? Как я должна не верить ему, несмотря на то, что непонятно секунд. Как, если у вас игрок номер 3 черный, я как у вас там не это. Хотя мне тоже непонятно, как вы скрылись именно 2 при 10. Ну это ваши штучки-дрючки, короче, не знаю, я буду слушать. Время, спасибо вам, слово игрок номер 5. Смотрите, госпожа Казанская, я попросил вашу проверку, потому что мне кажется, ваш цвет на этом турнире будет ключевой. Вот, ваш цвет мало кто понимает, и мне кажется, что, ну... Мне кажется, что вот именно допустимо, чтобы вы девятки будете уходить. Поэтому я прошу вашу проверку, чтобы вас защищали. Если вы игру продажи, вас будете защитить. Нет, ну так что, это нормальная тема. У вас для 9. Вот. И мне кажется, или все. Я думаю, красная 2. Вот, это то, что я думаю. Вот. Поэтому я играю 1, 2, 4, 7. Вот. Я подозреваю 9. Подозреваю 10. Вот. Почему 9 подозреваю? Ну, там объяснили. Ну, смотрите, речь была плохая. Вот. Я не помню, я не могу аргументы подбирать, но просто мне не нравитесь. Я не знаю. Но в вашей речи я подумал, что вы игрок подозрительный. Вот. У вас было... Мне показалось, что мне кажется, что после меня красный там 8. Вот. А по вашей вы игрок красный, то черная команда какая-то 3-6-10. А я такое не сильно рассматриваю. На данный момент, что черный 3-6-10. Вот. Мне кажется, между 3-6-10 и игрок красный. Мне так лично кажется.
Третий красный. Так нет, так вы подозреваете, вы не красный. Вы поняли, да? 5 секунд. Время. Слово игроку номер 6. Что переживайте? Полиграф все покажет, правильно? Что с тобой не напрягаться? На столе 9. Вам не 9 случайно ли скрылся? Свинок не понимаю, что происходит. Он должен был посчитать меня. То есть она говорит, на своей речи она сказала, я чувствую себя настолько расслабленно. Вы все переживаете? Я не за позу, а за само, что происходит. Нет этой расслабленности никакой. Мое выставление, ну как бы, я вообще вас подозревал, как бы, до какого-то момента, вы выставили 9. Что сказал 9? Ну, здесь защита от них, и там это все происходит, и я такой думаю, ну окей, странные вещи какие-то. Мое голосование, естественно, нет никакого пива, ребят, вот, нам скажет, кто вам скрылся. Может, это 9 был. Мы ждем, наконец-то. Если это был 9, нам будет очень жаль. Вот. Если не 9, то голосование в 3-9 в данный момент такое есть. Потому что, ну, вы проверили, ее игроком красным нашли, претензий к пятому игроку у вас не было. То есть он заиграл с этими игроками. Время, спасибо вам, слово игроку номер 7, господин Франк. 10. Принято 10. Смотрите, сразу развиваю. Команды 2-7 нет, потому что ведущий поставил не фол, потому что игроку номер 2 я показывал проверку. Если 2 красная, я черный никогда в жизни. Я не играю никогда две версии. Мне это не нужно. Кто-то кого-то услышал, кто-то проэмоционировал. Я не играю две версии, я просто убиваю шерифов. Значит, 2 не со мной, значит, 2 красные, значит, я черный вскрылся красному игроку номер 2 на нуле. Когда против меня все играли, ну, многие играли. Все, один сказал 10 черный, 2 вскрылся, 2 понимает, что я красный, 4 сказал, что я шериф, 5 сказал, что я шериф. Уходит игрок номер 10, он не говорит, кто ему вскрылся. Улетает игрок номер 10, я проверяю между игроками 5 и 9. Все, я проверю между игроками 5 и 9. Ладно, между ними точно есть черный. Вы сказали игрок номер 3, я не слышал никогда, чтобы вы играли принципиально. Что это за биты? Все, я играю только с тем шерифом, кто сказал, что 10... Что, я не мог ошибиться в свете игрока номер 2, спокойно мог. Все, вы говорите, я играю только версию того шерифа, кто проверил 10-го красного. Ну, я его красным не проверял, вы играете только ту версию. Что, я вас проверю черным, чтобы что? Проверю между 5-9, все, выставляю 10. Время, спасибо вам, слово игроку номер 9. Вставляю 3, вставляю 6, мне кажется, там черный игрок есть. В паре 2-3 мне больше нравится игрок номер 2, только она себя ведет, только она эмоционировала. И мне кажется, что игроки 2-7 на данный момент не вместе черный, действительно, 7-й вскрывался. Мне сложно переступать через меня флеша, который сказал абсолютно все по-другому. И несмотря на то, что 7-й там на лодку сыграл против меня, мне кажется, 7-й немного отличается от прошлой игры, что он может быть больше шерифом, чем игрок номер 10. Вот так мне кажется. Не беру сейчас команду игрока номер 1, потому что я сыграл с игроками, грубо говоря, 1-2-5-6. Сказал, что между игроками 1-2-5-6 молодчерных, ваша команда игроки 2-5-6, а я в зоне подозрительных игроков. Плюс сказали между игроками 7-8-9-10 2 черных игрока. 8 умер, игроки номер 7-10, не вместе, я игрок красный. Поэтому игрок номер 1 на данный момент не красный. Вот, 4-й, мне кажется, красный только как она себя ведет. Уже на данный момент не красный игрок номер 5. Мне кажется, на данный момент, что красный игрок номер 4 может быть больше шерифом игрок номер 7, несмотря на то, что игрок номер 8 оставил, что игрок номер 10 точно игрок красный. Мне кажется, 7. Что в паре 2-3 краснее 2. Но может быть такая версия игры, при которой в теории 2-3 игроки вместе красные, тогда зона риска, кстати, может быть двойкачерности игрок номер 1-5-6. Я об этом тоже думаю, потому что только в 3 себя ведет, только 10-10, например, игрок черный, то мне кажется, что он может тянуть игрока номер 3. Кроме всего прочего, мне кажется, что игроки номер 10 ручаются за 3-го игрока. Время, спасибо вам, слово игроку номер 10. У вас 4, да, прекрасно. Смотрите, мне вскрылся день, я не знаю, вскрытие это или нет, после того, как ушел игрок номер 8, он у меня 9-9. Вы шериф? Нет. Ау. Так, это что за дело у меня просто, да? Выставляю 9, выставляю 1, тогда 1-9-10, подъем, проверка 6. Я с третьим вставать не буду, я третьего считаю красным. 1-9-10, выставляю 1. 1. 1-9-10, согласен. 9 просто так мне не мог задеть. 3 нет. Ты пусть третьего проверил. Игрок номер 6. Фол. 3, 1, 9, 10. За если бы попил за 1, 9, 10. Если он с 9, 10 черный, так меня проверьте, меня снимут. Фол, 3. Я ногой дергаю, может быть, такое было. Фол, игрок. Да, да, дергаешь. Вот, стол же не игроков, все говорят, что у меня же 9, 10 есть игрок черный, я игрок красный. Шериф говорит, что 2 красные, я считаю 3 красного, 5 черного, мне считаю 4 непроверенный красный. Значит, игроков же нет, значит, 1, 6, 9 должен быть минимум 2 черных игрока. Поэтому 1, 9, 5 скажем. Проверьте 3, я думаю. Время. Спасибо вам, слово игроку номер 1. Умерьте жестикуляцию и главную артикуляцию, другую. Вы можете говорить, да. Вставляю игрока номер 5. Нет, 5. Вставляю 5, вставляю 9, вставляю 10. Так, значит, шериф единственный, других нету шерифов. Пилим, как говорит шериф. Я бы проверил 3. Мне кажется, красная 2. Я редко как бы ее цветом понимаю. Мне показалось, что она красная. Значит, первым выставлен игрок номер... Кого ты выставила первым? 9. В игрока номер 9 голосуют 5, 9, 10. В игрока... Что вы собираетесь кричать? В игрока номер... Стоп, в игрока в номер 9 голосуют 5, 9, 10. Следующий выставлен 10. Голосуют 1, 2, 3. Остальные голосуют в 5. Никто не страхует. Не нужно страховать, доравнивать третьим голосом.
5, 9, 10 голосуют в 9. 1, 2, 3 голосуют в 10. 10 секунд. Я проверил 3. Спасибо. Спасибо вам. Дамы и господа, ломаю я запрещаю вам маху ломать. 5. Мы переходим в суд, мы в суде. 3, 2, 9, 10, 6, 1, 5. Порядок голосования. Повторяю. 3, 2, 9, 10, 6, 1, 5. Порядок голосования. То, чтобы стол покинул игрок номер 3. Спасибо, нет рук. То, чтобы стол покинул игрок номер 2. Спасибо, нет рук. То, чтобы стол покинул игрок номер 9. Спасибо, 3 руки. То, чтобы стол покинул игрок номер 10. Спасибо, 3 руки. То, чтобы стол покинул игрок номер 6. Спасибо, нет рук. То, чтобы стол покинул игрок номер 1. Спасибо, нет рук. То, чтобы стол покинул игрок номер 5. Спасибо, 3 руки. Игроки номер 9, 10 и 5. По 30 секунд у каждого. Игрок номер 9 говорит первым. Ну смотрите, вот, как говорят в данной игре, у меня нет чувства, что это 3 красных игрока, поэтому мне кажется, что выгоднее встать, тем более, что между игроками 5 и 10, мне кажется, должен быть черный игрок. Смотрите, игрок номер 10. Если вы игрок красный, могло быть такое, я постоянно дергаю ногой, могло быть такое, что я мог вас задеть. Такое могло быть. То есть, если вы игрок красный, нужно из этого агриться. Смотри, я бы проверил бы игрока номер 1. Если вторая ручается, что третий игрок красный, ой, что третий игрок черный, я бы проверил бы игрока номер 1. Если третий черный, то это ничего, ну, ничего полезного не даст, могут быть замазаны. Проверь один, мне кажется, что он может быть замазан. Это мое мнение, что первый не красный. Время, спасибо вам. Слово игроку номер 10. Мне кажется, я понял, что вы хотели этим сделать. Смотрите, я думаю, что пятый красный, если здесь нету подъем трех красных, то черный только номер 9. Мы только что сели с ним рядом, что-то он красный меня не задевал, просто орал, что я играю против него. Я думаю, красный 3, если вы думаете, что красный 2, пожалуйста, если слома не будет, мы встаем 5, 9, 10, пожалуйста, проверьте 6. Я думаю, первый черный. Я думаю, пятый красный, первый пятого делить бы не стал. Первый спросил пятый, кто черный, пятый показал, я думаю, 3, 6, 9, 10, правильно? 3, 6, а что пятый стал красным? Потому что он хотел сказать своим фаулом. Время, спасибо вам, слово игроку номер 5. Смотрите, для вас лично 9, 10, не 2 красных игрока, правильно? Там есть черный, а я красный, да, получил? И я встаю сейчас, да? Вы понимаете, что я посижу, кого проверить? Смотрите, мне кажется, 6 красный, вот. Мне кажется, что между 1 и 3 надо просто сделать красную проверку. Вот, это лично мое мнение. Потому что мне кажется, что красный 6, 4 проверенные красные. Я красный. 9, 10, допустим, черный, 1, 2, 3. Тогда если мы подымем 5, 9, 10, то бежим. Мертвишь жестикуляцию. Вот. Я не помню, как я попал в этот попилс. Так, я думаю, могу ученый 1, 3, 6. Время, пол игрок номер 9. Время истекло. Все, мы в суде. У нас в суде 3 кандидатуры. 9, 10, 5, порядок голосования. Фол игрок номер 1. 9, 10, 5, порядок голосования. Кто за то, чтобы стол покинул игрок номер 9? Спасибо. Раз, два, три, четыре, пять голосов. Пять голосов. Большинство, игрок номер 9. Крайне. Смотрите, это я, если бы я был бы черным, я бы сразу сломал. Объясняю вам. Послушайте меня, пожалуйста. Может быть, черная команда 1-3-6, потому что вы называете пятого игрока красным, десятый называет пятого игрока красным. Могло быть то, что, послушайте, послушайте меня, могло быть то, что я задел игрока номер 10. Такое могло быть. Игрок номер 1 выставляет игрока номер 5, который играет шестой, хотя сыграл против пятого игрока. Сказал на прошлый круг, что я... Послушайте меня, пожалуйста. Шестой на прошлый круг. Вы не думаете, что я красный, но послушайте меня. Я боюсь, что может быть черная команда 1-3-6. Если я был бы черным, я бы просто бы ломал бы, и все, я бы от этого всего, этого, всей этой глупости бы не делал. Что? Я ни с кем не баланс. И смотрите, игрок номер 7. Я просто, смотрите, ребят, я прошу просто не рассматривать. Смерть уже фигуляция игрока. Мне кажется, красный 2. Мне кажется, что может быть, что первый тянет игрока номер 2. Проверь 6. Слушай, или 1. Проверь 1 или 6. Проверь 1 или 6. Вторая играет против третьего, третий может быть подозрительным игроком. Проверь между игроками 1 и 6. Время. Поаплодируем игроку номер 9. Покидайте игровой стол, покидайте игровую локацию в городе Ночь. Город спит.
городе утро. В городе утро, недоброе, игрок номер 7, убитый крайне. Да, 10 проверенных черных. На самом деле ничего не меняется. Первый красный, 2, я думаю, красный, 4 проверенных красных, 5, мне кажется, красный. Все. 10 проверенных черных и все. Что? Думаю ли я, что 5 красный? 8 сказал, 1, 2, 4, 7 все черные. 9 сломал, 10 только черный. Он сказал, красный, 3, 6, 9, 10. Это его опорные цвета. Что мне думать, что он не ошибся? Он, смотрите, он сначала сказал 3, 6, 9, 10 это опорные красные цвета, а потом дальше начал рассуждать. Все, первый красный, я не делаю, люди смотрят, понимаете. Один красный, понятно, мне кажется, что 5, 9, не месяц, 5 выставил 9, когда вскрылся 10, он хотел голосовать только в 9. Сказал, что будет ломать он, там точно будет сломать. Мне кажется, да, два красных. Вы думаете, что это черное? Нет, ну все. 1, 2, 4, 5 красные, все. Я бы снял 10, потом среди 3, 6, скорее черный 3. Ну, подумайте, что послушайте. 10 секунд. Все, мне кажется, что я все правильно ставил. Вы что? И что, проверили бы 3 красные, 10 бы сказал. Я сказал 3 красные, зачем меня голосовать? 5 красные для меня, 5 для меня красные, я не хочу... Время, поаплодируем игроку номер 7, покидайте игровой стол. Я прошу игроков успокоиться, не артикулировать. Смотрите, я лояльно пока что к вам отношусь, но мое терпение когда-то тоже заканчивается. Артикуляция – это фол, предупреждение. Игрок номер 3, ваша минута. Слушай, 10. Принято. Да, своя единственная надежда на то, что ты принёшь на цвет. Это единственная надежда, конечно, я красный. Да, я тоже просил. Я к тебе просто сказал, проси 3 на проверку. Я к нему просто проси 3 на проверку. Стоит 10. Ну, давайте сыграем в цвета, которые оставил шериф. Что 1, 2, 4, 5 красные. Просто 3, 6 будут по очереди. Наверняка крутить нельзя. Ладно, спасибо. Спасибо вам, слово игрок номер 5. Могу привыкнуть. Значит, смотрите, почему мне нужен цвет третьего. Игрок под номером 3 черный, я сниму игроков 3 и 10 в обязательном порядке. Игрок под номером 3 красный, я сниму все равно 10 за то, что он делал, потому что для меня первый красный, девятый непонятный, он хотел подъем 1, 9, 10. Поэтому я бы сняла 10 при проверке 3 красный. Но я бы думала о цвете 5, который сказал при десятерых 1, 2 красные, 3, 4 не очень красные, где я красный, игрок номер 3 был бы проверенным, допустим, красным. Для меня, и ты сказал в 30 секунд на предыдущий круг, что 6 это твой красный цвет. То есть у тебя тупик был бы. Ты 1, 2 назвал при десятерых красными, 3, 4, допустим, были бы проверенными красными, 6-го красным назвал ты. Ушел бы 10, ушел бы 5 при третьем красном. У меня теперь... Кто? 10 секунд. Который нашел тебя по лицу. Вас. Красным вас, игрок номер 5. Выставляю игрока под номером 10. Выставляю. Время. Слово игрока номер 5. Выставляю 10, но смотрите, если вы внимательно слышали бы мою речь, на нулевой круг я сказал, что для меня максимум один черный, я сорвал со всеми, сказал, что 1-2 краснее, чем 3-4, но я сорвал со всеми. А если черный 5-9-10, то я, получается, 4 красными сыграл, а потом еще сказал, что с 5 красными сыграл. Ай-яй-яй, достал черную карту. Не знаю, что надо против красных играть. Вставляю 10. Смотрите, вы показали проверку 3, и вы снимете 5-10. Меня это не устраивает, там есть я. Если вы сказали, вы проверите 3, независимо от ответа, вы снимете 10, скажу, пожалуйста, проверяйте 3. Но когда вы показали, что вы просто снимете 5-10, я вам повернулся, показал, проверь 10, чтобы меня не снимали, чтобы просто ушел черный, и нам надо один противовес найти одному мафа между двумя игроками. Вставляю 10. Найдем, не волнуйтесь. Вот я думаю, красный 1, вот, я не подозреваю 2, вот, думаю, красный 1, 2, поэтому маг между 3, 6, вот, на данный момент, кстати, мне кажется, что чернее 6, чем 3, потому что мне кажется, что 10-й, когда показывал 3 красных, значит, черный 3, 9, 10, зачем ему вылазить на стол и показывать, что 3 красный, когда хотят попилить 3, 9, 10, ну, конечно, все равно будет слово, в чем прикол? Спасибо вам, слово игроку номер 6. Ну да, выставляю 10 на голосование. Я предлагаю, вот смотрите, вот я интерпретирую ситуацию какую, то есть, ну, люди должны о чем-то думать, правильно? У нас было вот, представляешь, что мы пришли на кладбище, вот, и мы откопали могилу игрока номер 6, да? И он сказал, уверен в моем цвете, ладно, что он там оставил, там промямлил под конец. 8, я сказал 6, кладбище, что? Только кладбище черных побед. Не будет черной победы. Смотрите, не надо тут напрягаться. У него есть какое-то мнение было. То есть мы уберем 10, мы уберем 3. А дальше что будет? Она уйдет. Он уйдет. Видите, как если третий красный, какая классная угадай будет с игроками 2, 5, 6. И вы будете танцевать. Нет. Мы будем угадать, ну, если выйдет, так выйдет. Потом 10 уходит. Он напрягался так. Я сказал, что вот выставление вообще ваше было. Вы выставили лоску до меня, и поэтому мне как-то все оборвалось. Со стороны жизни. Кто больше черный, пока рабочая версия 3.
9-10, я от него не отхожу, пока что не нагружаюсь. Спасибо вам, слово игроку номер 10, господин РФ. Мне тройка черных 3-9-10 устраивает, в принципе. Мы точно не гадаете. Смотрите, если бы не турнир, я бы вообще отстрелил бы не 4. Но так турнир надо стрелять игрока номер 4. И все. Смотрите, пятый сказал вслух кое-что. Они даже не слушают речь черных игроков. Пятый сказал черный 10. Меня не устраивает, что четвертый просит на проверку 3, показывая, что уйдут 5-10. Я, говорит, заголосовал черного 9 и попросил черного 10 на проверку. Вы слышали вслух? Пятый сказал, что девятый черный. Черная команда должна быть 5-9-10. Вот, никто не слушает. Невнимательные игроки, особенно проверенные красные. Она вас красным не считает. Вот. Ну, я откровенно могу сказать, если это вам, ну, поверите мне, черный между 5-6, я не вру, есть мой один, и еще один между игроками 1-2-3. И вы ничего не поймете. А Женька опять пал храбро. Время, спасибо вам, слово игрока номер один. Значит, я думаю, девятый точно черный, там это цирк, короче, мне кажется, что там могут быть 1-3-6. Смотрите, если мы заголосуем 3-6, мы, получается, в США вообще не верим. Он, мы всю его красную команду осталось на всем. Мне кажется, там двойка черная, он сказал, что я пустил слюну. Вот, а там реально двойка черных, кто слюну пустил, получается, непонятно. Значит, когда говорил 10-й, он черный, мы знаем, 3-6, не слушали его, ему было неинтересно, реально. Ну, то есть мне кажется, что черный между 3-6. И сейчас, когда 6-й поёрничал, 2-я, мне кажется, смотри, это слабый мой цвет. Я не скрываю этого. Ты считаешь черным 2? Вы считаете черным 2? Вы. Ну, вот получается так, как бы и я тоже. Если кто-то считает уверенно, надо объяснять, почему что считать. Я, наверное, сыграю по тому, что оставил 7, он говорит красный 5. И 3-6 остаются опять-таки. Он говорит, да ставь меня, найди меня красным. Ты в один проверку забей, правильно? Кто мав? И будешь искать следующий. Спасибо вам. Слово игроку номер 2. Фол игрок номер 3. Мы тоже будем искать. Смотрите, есть рабочий аргумент, почему игрок красный. Мне игрок номер 7 скрылся на 0. Я не буду мучиться. Я сломаю игрока номер 1, назначу стрел на 7. Мне эти мучения, черная карта. Ну зачем? Что сидим? Сломать в 1, назначить стрел на 7. И как бы у нас все будет в порядке. Поэтому, мне кажется, слишком много внимания к завещанию игрока номер 8. Но как бы просто у него все было не туда. Он поднял черный 2-7 и от этого построил игру. Это не так, у него лучший ход, напомню, был 2-4-7, поэтому, мне кажется, вообще не нужно вспоминать. Это вас тоже, вы оперируете в завещании, это вам вообще не в плюс. Человек оставил 2-4-7 лучший ход, поэтому мне вообще по барабану, кого он оставлял красными. Ну, я ничего придумать не буду. Для меня 3-6, для меня 1 краснее, нежели 5, но черная команда 5-9-10, это что-то 6 больше черного, вы думаете? Да. Что? До этого опять сказал, что 6 красный. Ну, блин, ну он же черным тоже должен куда-то играть. Он уже и меня назвал красным, один назвал 5, красным. Он же понимает, что после ухода 3 игра продолжится вне зависимости от того, кого проверит 7. Поэтому, мне кажется, он не называл 6. Спасибо вам, игрок номер 10. Ваша минута. Выставлены только вы. Все голоса открыты. Угу. А мы судья. Хорошо, да, руки не поставили. Автоматически все руки отошли. Так, смотрите, что-то потому, как жестикуляция прошла, мне не нравится. И лечит последних говорящих игроков. Так. Давайте я, как дом, возьму ответственность на себя. Стреляется номер 2. Пусть четвертый новичок сидит. Стреляется номер 2. Смотрите, мой совет черным не впрягаться за своего черного и даже проголосовать у него на следующий круг, даже если рука будет решающей, чтобы он ушел. Стреляется номер 2. И все, выиграем. Сняли красного, убили шерифа. С красной проверкой 4, с черной проверкой себя. Все, что нужно дома, я сделаю. Поаплодируем игроку номер 10, который покидает игровой стол, покидает игровую локацию в городе Новшура. В городе Ухов.
вроде утро, недоброе, стреляю, попали игрок номер 4, убиты крайние. Я не могу понять, но типа, ну, вы все молодцы, вот цвет игрока под номером 5, понимаете, гораздо лучше. Я видела красные игры игрока под номером 5, которые видела лично я. Он очень стилен, это мое мнение и мое личное убеждение. Сказать в 30 секунд при автокатастрофе 5, 9, 10, что я считаю 6 красным, 1-2 он играет всю игру, у него черных нет. У человека номер 5, игрока красного нет, черных, только если это 3, 9, 10. Мне кажется, то, что показывал игрок под номером 1, вы мне то, что показывали. Когда третий просит на себя проверку, это приговор и ему, и десятому. Я лично просила седьмого, проверь мне 3. То есть меня же проверяете, чтобы что-то, но я же останусь за столом как минимум еще один круг. Мне нужен этот цвет, мне его играть. Ну, мне играть дальше. Я просила 3. Вы не сделали. Я не считаю. Я считаю, что пятый не мог сказать, что шесть. Тетя Цвет, молодцы. Я не снимаю. Поаплодируем пятый. Игроку номер 4. Покидайте игровой стол, покидайте игровую локацию. Игрок номер 5 начинает игрок обсуждения первым. Ваша минута. Выставляю 6. Принято 6. Вот. Ну, у нас завещание не слушают. Завещание слабаков. Мы слушаем завещание, я это не буду. Смотрите. Мне кажется, третий красный, вот то, что вы показали, реально, я тоже об этом подумал, вот, я показал на доме, что 3-9-10 это очень плохо. Просто на самом деле будет обидно, если реально черный 3-9-10, и мы поиграем по такому тупому аргументу, реально игру, если черный 3-9-10, это будет именно обидно. Вот, но мне кажется, можно черный 6. Смотрите, господин Алахонда, не, я хочу вам кое-что сказать, смотрите, вы же магистр мафии уже, правильно, смотрите, мы себе вас, вы станете проверить тебя вместе, если вы игрок красным черным игроком. Ну вы магистр, мы нет, мы гроссмейстер, а вы магистр, вы, ну, это же должно звание, понимаете, вот вы с черным станете против вас. Как вы сейчас с людьми так поступает, вот вы думаете, я уверен, что я не пытался в этой игре рекламной людины, а так, если кто-то там что-то может думать, я не пытался у него в этой игре, я уверен, что он точно игрок красный. Время, спасибо вам, слово игроку номер 6. Так я не могу понять, вот что вы не хотите, у вас боязнь какая-то, что мы оставим, допустим, третий уйдет, да, черная команда не 3-9-10. И у нас останется прекрасная угадайка среди игроков 2-5-6. Я попытаюсь донести свой цвет как могу. Я сейчас скажу, а ребят, помните, я сыграл с игроками 1-3? Какая-то какая хорошая позиция была. Господин Док со всеми сыграл ужасно. Вот. О. Выставляю 5. Вот. Вы выставляете 3. То есть у вас есть какой-то аргумент. Он не проверит 3. У него мысли такой не было. Он его показывал среди 1 и 10. Он мог 1 проверить. Его мысли такие были. Проверить 1, чтобы снять 10. Убедиться в 2. Хотя в 2 он убежден был. Все. Вот то, что он думал. То, что он мыслил. Что он 3 показывает. Я ни разу не показывал 6 проверить. Что, меня проверят? Вот, ну, 0-7 проверили. Он что снял бы? Ну, РФ меня защищал. Ну, наверное, нельзя, не надо снимать РФ. А давайте подумаем, давайте снимем 2. Я считаю, 2 черным игроком. Ваше выставление такое же было, правильно? Время. Я готов подняться. Спасибо вам, слово игроку номер 1. Смотрите, ну, вы считаете, это нерабочий аргумент. 3, 9, 10. 1, 2 вместе красными. Вы играете 1, 2. Я понял, вы считаете это нерабочим аргументом. Команда 3, 9, 10. Еще раз, четвертая проверенная красная просит своего шерифа проверить 3. Что может седьмой посыграл, что проверить? Может проверить третьего игрока. На что он надеется? Все равно его подозревали, сейчас аргумент в столе, все равно вы 5-6 говорите, что он может быть черным игроком. Вы про это подумали и так далее. Мне кажется, что нужно проголосовать просто 6 сейчас, потому что он именно борется, но мне кажется, он не может принять для себя эти аргументы. Красный 3, красный 2, седьмой стал красный 5. Вот, проголосую игрока номер 6. Вы кого подозреваете, игрок номер 3? Пятого игрока больше? Так ваше сейчас было выставить 3 и проголосовать 3. Вы скажете, почему 5? Время. Спасибо вам, что вы игроку номер 2. Я сегодня прям не уверен, оставлял 5 красным. Ну, оставлял? Не прям уверен. Так, выставляет 3. Нужно подумать, нужно подумать. Ну, 3 не выставлен. Можно выставить 3? Что за удивление? Спокойно, игрок номер 1. Спокойно. Я выставляю, я рассуждаю. Будет речь еще у третьего игрока. Вдруг он на речи признается, что на игру черный. Нам повезет, такое счастье, мало ли. Ну, смотрите, я тоже уже начинаю думать, может, и 5 черный. Но мы, смотрите, черная команда 6, 9, 10. Вы, игрок номер 5, сыграли со всеми. 6 взял, вас выставил. Ну, то есть это настолько нужно быть уверенным в своих черных 9-10, что они реально хорошо поговорят, да, то есть, или как это было, настолько безбожно сыграть против красных.
5, 9, 10 вместе черные. Вы сыграли со всеми, это тоже аргумент. Вы дали поддержку 10. Вы бы накричали, что вы бы черным, вы бы ломали. Ну, вы самые красные среди них, они же должны понимать, что они должны ломать. Но мне просто кажется, 6 бы черным немножко поаккуратнее бы сыграл. Он расстрелил 5, и так это что вам не нравится? У нас нет понимания. Я буду делать так, как вы скажете, скорее всего. Время. 5 голосует 6. Дамы и господа, я прошу убрать жестикуляцию. Выскажется игрок номер 3. Просто вы очень много жестикулируете, мешаете. Вести игру, игрок номер 3. Так, правильно понимаю, что вы больше 6 потеряете, чем 5 игрока. Я просто не хочу вам мешать, то есть вы можете снять меня, а потом снять 6, но мои мысли, что больше черный 5, именно с того, что он просил проверку 10. Я просил себя, например, то есть если я найду с красным игроком, где они оба играют в команде 1, 2, 3, просто 5, 6, тут по очереди. Он просил именно 10 на проверку. Когда 10 найдет с черным, то, естественно, меня все подозревают, в какой-то момент меня снимут, и среди и 7 стреляет больше 5 раз, поэтому потом снимут игрока номер 6. То есть мне кажется, что это больше логика черного игрока. Поэтому больше подозреваю пятого. Допустим, черной команды 3-10. Смотрите, я прошу именно. Послушайте, я прошу именно себя на проверку. Когда я найду с черным игроком, где 10, уверенно заявляю, что третий точно красный, какие шансы у 10-го выиграть эту игру? Если уже 9-й сломал стол, он точно черный. Но это же нелогично. Я просил себя, потому что я красный, и меня все подозревают. Представляю, 5. Что, за вас голосовать? Я же говорю, что я больше 5 подозреваю, чем вас. Что вы хотите? Вы что хотите сейчас? Чтобы я проголосовал за вас? Что он мне объяснит? 5 секунд. Время. Спасибо вам, дамы и господа, мы переходим в суд. Никто ничего не показывает, мы в суде. 6-5-3 порядок голосования, повторяю. 6-5-3 порядок голосования. Кто за то, чтобы стол покинул, игрок номер 6. Прошу голосовать. Спасибо. 3 голоса. 3 голоса – это большинство. У вас минута. Ну, вы же не бесполезны, вы хорошие игроки, правда? Вот. Вы показываете, что вы хороший игрок. Классно. Ладно, снять 5 в таком случае, потому что вы убеждены, что игрок номер 3 красный, и в черной команде 3, 9, 10 нет, потому что он просил себя проверку. Было мнение игрока номер 8, изначальное мнение, что я очень игрок красный, все остальные цвета это были не уверены, что я ошибся во всем. Было мнение игрока номер 4, что 5, какой он же не молодец, поэтому нужно снять игрока номер 5. Вы подарили, я показывал простой вариант, уходит 3. Правильно? Мы закрываем эту заоблачную версию, уходит 3, а потом между нами игрок номер 2 решает. И пусть она сама определяется, кто больше игрок черный. Она не захотела этого делать. Наверное, ее убеждали сильно опытные игроки. Я снял 5, мое завещание снять 5. Я же игрок красный, я надеюсь, да? Спасибо. Спасибо вам, поаплодируем игроку номер 6, покидаете игровой стол в городе ночью, город спит. Все засыпают. В городе утро, недоброе, игрок номер 2, убитый крайне. Текс, вы будете голосовать 3. Ну, процентов 1. Да, ну я думаю, что игрок номер 1 красный, это так оно и есть. Текс, ну смотрите, я бы очень долго думала, я понимаю, есть завещание 6, есть завещание 4, черная команда 5, 9, 10. Вы сказали, что вы готовы стать с игроками 2, 3, 6, я сыграла против игроков 3 и 6. Я, подождите, я это все помню. 5 выставил 9. Ну, нужно же куда-то стол раскачивать красных. То есть, мнение, да, мнение седьмого было, что именно 5 красный. Я толком ничего не оставлю, конечно же. То, что я всю игру подозревала 3, и я с этой мыслью жила, и как бы с нулевого круга мне его речь не понравилась, а то, что он потом сказал, что 10 красный, все это было. Но как бы я с вами в прошлой игре долго не сидела, то есть я не знаю, как он в прошлой игре дальше играл. То есть здесь все речи были короткие. То более склонно, сейчас я более склоняюсь снять 3, да я все к этому вела. Но я не знаю, будет решать игрок номер 1, правильно? Может, повезло, что меня били. Почему 3 черные, я вам объяснила. Как мне кажется, что он предложил сказать 2, 3, 6. Я понимаю, 6 вообще проносировалось 5. То есть поняли, мое завещание это типа так что-то поговорить. Время, поаплодируем игроку номер 2. Покидайте игровой стол, покидайте игровую локацию. Я прошу всех, у вас по 2 фола, у каждого. Сейчас будет каждый по минуте, первым начинает круг обсуждения игрок номер 1. Вставляю игрока номер 5. Да, я понял, у нас угадайка та же, мы все те же как бы кентухи. Смотрите, я объясню, почему я думаю, что вы черный игрок номер 5. Потому что я подозревал вас на ноль, я специально с вами пообщался против вас. Вы сказали, там много черных, против вас никто не сыграл, сказал, пятый может быть красным игроком. Дальше выставлены вы были в девятке только от меня, под последние руки. Почему красный 3? Я объяснил, смотрите, если это такая черная игра, она какая-то глупая, мне кажется, ну они что, рассчитывали, что мы это поймем, этот аргумент? Кто 7? Я допускаю, что 7 может ошибаться. Игрок номер 5. Восьмой. Есть вариант, что восьмой
сыграл стройка черная, да, 3, 6, 8, 3, 6, 9, 10 он оставил. 10, я подозревал на самом деле вас. Я не проголосовал вас из-за завещания седьмого в тот момент, потому что снять вас это... Мне кажется, вы чернее и третий краснее. И могу ошибаться, я ошибаюсь. Время, спасибо вам, слово игроку номер 3. Ну, смотри, один, естественно, принято я один. За вас не буду голосовать. Ну, скорее всего. Вас спрашивают 7, а кто 6? Он сказал, что вы черный игрок. Кто 4, который сказал, что 5 чернее? Поэтому эти завещания, они там бла-бла примерно. Я вам объяснял вопрос, что если команда 3-9 есть, они будут себя просить про это. Это же полный бред. При моей черной проверке идет игрок номер 10. И на прошлый год я вам объяснил, что среди игроков 5-6 у меня 5 чернее, чем игрок номер 6. Поэтому проголосовал за 5. Нет, конечно, будет глупо проиграть два раза вам, но я проголосую за 5. Спасибо. Спасибо вам. Стол игроку номер 5. Слайд 3. Слайд 3. Значит, смотрите, значит, нулевой круг, если я черный, черный 5-9-10, я сыграл 1-2-3-4, правильно? Значит, это вы все красные. Потом показал, что восьмой красный, он красный. При девятерых сказал, что шестой красный, я черный, сыграл 1-2-3, с шестью красными игроками, не сыграл только с шерифом и с двумя черными игроками своими. Или что, я не могу понять. Черный 5-9-10, я крикнул специально, что ломать буду я. Они не знают же, что я буду ломать, они же подумать могут, что я реально буду ломать, правильно? А что девятый ломает стол? Я же крикнул, что я буду ломать этот стол. Это во-вторых, что я прошу проверку 10 вообще? Я попросил проверку 10, прошу, потому что вы адекватно одного мафа найти можете. При пятерых вам надо задача снять одного черного. Вы сняли красного, промахнулись, когда причем я говорил, что шестой красный, но вы меня переубедили, я подумал, ладно, снял шестого игрока. Значит, игрок, вы теперь меня хотите, да, снять? Я хочу голосовать вас, номер 3, но если первый не понимает, что я красный, седьмой в моем цвете никогда не ошибается. Он ошибает только тогда, когда первый шериф. Но шериф 7, он по мне сделал проверку 10 и умер, сказал, что я точно красный. Вы меня хотите голосовать? Да, спасибо вам. Дамы и господа, мы переходим в суд. 5-1-3, порядок голосования, повторяю. 5-1-3, порядок голосования. То, что бы стол покинул игрок номер 5. Спасибо, 2 голоса. Игрок номер 5. Ну это бред, просто, ну почему? Просто ужас какой-то. Ребят, я отвечаю, я не знаю, я такое болото буду выливать, если вы так плохо играть будете эти игры. Вы не поверите, больше не будет этих черных побед. Если я буду сидеть в атаке, вы мне точно нет, заголосуете больше. Я вам серьезно говорю, поверьте, будет болото, будет играть. Если вы не понимаете, я попросил у седьмого проверить 10, чтобы меня не сняли. Только из-за этого. Если я бы думал, что вы такие умные, что меня можете проголосовать, я бы свою проверку просил бы. Потому что, блин, ну я думал, что, по-моему, понятно, что я игрок красный. Просто бред. Это умерла, сказала снять 5. Понятно, ну, конечно, молодец. Все, короче, пас. Спасибо, стоп, игра победа мафии.